Хотелось бы еще отдельно отметить автобусы компании Тестур. Смотрите, они повышенной комфортности. Посадка идет 1 плюс 2, то есть очень много места. У каждого свой сенсорный дисплей с датчиком освещения, с USB с входом, зарядкой, можно смотреть флешкой. То есть при длительной экскурсии, такие как по Мукале, например, это будет очень комфортно. А, есть розетка еще, да? Вот, 220 вольт. То есть можно доехать до Украины при желании. Очень классные автобусы. И электропривод, ты сказал, да? А, показалось, да? Вот сейчас проезжаем в Кемер, первый отель. Все они отличаются ярким желтым цветом. То есть, если вы выбираете экскурсию на дальние расстояния, то советую обратиться за компанию Тестур. Будет, да, дороже, но намного комфортнее.